Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Чердак, Норбу. У кого-то день, у кого-то ночь, у кого-то утро, у кого-то вечер. Так, паладин Тристан нас ждет, а команда моя готова. Пойдемте. Тем более, мы уже почти у цели. Осталось считанные мгновения. И Тристан будет рад тому, что мы к нему пришли. Мне очень нравится этот пистолет. Жарит не по-детски. Но мы бежим. Ой, у меня ж маска этого ушлепка. Так, снаряжение, костюмы, все, шлем, все, я теперь крутой типан. Эти жигули, они же не водятся на открытой местности, они только внутри ходят. Снаружи только если бандидосы какие-то ходят. Так, линии электропередач валяются. Дорога убитая. Так, ну а мы бежим, идем дорогой трудной. Мы в город изумрудный. Примерно как-то... Опа-опа-опа, смотрите, какие-то типы уже воюют вовсю. Спокойствие важнее всего. При любых обстоятельствах. Да, согласен, спокойствие важнее всего. При любых обстоятельствах. А кто воевал тут? Ага, рыцарь братства стали, понятно. А, ты какого-то этого? Батарея, металлобом, ясно. Так, вы нашли автомобиль и туннель Рокленд. Тристан, то ты? С поздравлением! Отлично! Паладин Тристан внутри, он тебя ждет. А что у тебя с голосом такой? Какой-то он странный, да? Вообще какой-то странный чувак. Так, здесь бы какой-нибудь ящик бы не бы оставили, чтобы я скинул маленько свои вещи, свое барахло. Хожу, непонятно вообще с чем. Ладно, давай. Мне он какой-то странный. Эй, привет! Чё с ним такое? Какой-то рыцарь у них туховатый. Так, смотри, патроны. Дротик. Да, что-то тут дают прямо подзатариться маленько. Намекая на то, что назад пути не будет, так, типа? Не знаю. Так, здесь у них кто? Ядеркова, Ядеркова. Это место кажется мне подозрительным. Согласен с тобой, Фукс. Прям подозрительно, прямо вообще. Так, ага, стоит тип. Смотри, вон мы его видим. Так, опа, нифига себе, вы тут крутые. Ты кто такой? Писец. Ну, писец это неинтересно. Так-так, смотрите, кто вернулся в мир живых. Некоторые из нас уже сомневались, что вы с Сарой придете в себя. Так. Так, старейшина Лайнс сказал, что вам нужна моя помощь. Вот я и здесь. Хорошо. По нашим разведданным, с той стороны туннеля нечто вроде узла связи Анклава. Мы надеемся, что если его уничтожить, они наконец-то сломаются. Какой он брутальный, да? Так, у меня к тебе есть несколько вопросов. Ну, немного времени у нас есть. Что ты хочешь знать? Так. Что случилось у очистителя? Ну, бой снаружи шел у тебя на глазах. Робот расчистил нам дорогу. Мы просто добивали остатки, пока вы с Сарой пробирались внутрь. А потом... Понятия не имею. Как только мы прочесали периметр и получили сообщение, что очиститель работает, мы отправились вас искать. Нашли вас с Сарой без сознания и доставили в цитадель так быстро, как смогли. Фоуксу хотя бы награду бы дали, он же очиститель врубил. Так, Анклав оказывает серьезное сопротивление? О нет, совсем не так, как у очистителя. У нас такое впечатление, что с тех пор, как они по твоей милости остались без штаба, приказывать им больше некому. Так что с организацией у них проблемы. Некоторые сдались... Некоторые держались до последнего, но закончили все одинаково. Не стоит обманываться. Если выдавим их, победим. Если дадим им возможность перегруппироваться, такой бейсбол нам не нужен, верно? Бейсбол, да. Красавец. Так, и что теперь? Как обычно. Обыщем это место в поисках любых полезных технологий. Все остальное зависит от того, что мы там найдем. Если найдем сведения о других позициях Анклава, отправим их в цитадель и разработаем план. Но, повторюсь, мы почти уверены, что это последний большой очаг сопротивления.
Понято, это все. Хорошо. Пора выдвигаться. Так, ну я готов. Так, ты кто такой? Последнюю неделю все примерно одинаково. Получаем данные о точках, отправляемся туда, вычищаем. Так, это тоже с нами, да? Честно говоря, эта железяка делает большую часть работы. Не на что жаловаться. Она... Песцы раскопали информацию об этом месте позавчера. Какая-то станция связи. Ты бы хотя бы шлем надел, нет? Мы думаем, что если узел работает, можно выяснить, с кем они разговаривают, и получить координаты остальных точек. Так, дверь спутниковой станции, ретранслятор. Ну, понято. Так, а где я по карте? Ё-моё, это какая-то новая локация, серьезно? Офигеть. Ёлки-палки, вы чё? А вот и наш друг, робот. Так играют только трусы. На помощь! Мне такого еще так, где против настоящего профессионала. Вставайте! Так, мужики, а куда идем? Так, этот бегает без оружия, нормально все, да? Да здравствует братство! Тебя скоро забудут. Так, здорово. Так, наливные яблочки, микроядерная батарея. Смотри, опять можно эту броню понабрать. Так, микроядерная батарея, пиво, плазменная винтовка. Так, смотри, плазменную винтовку беру. И сразу чинюсь. Помощь. Оружие. Так. Лазерная винтовка, вот ты, мы зачем-то таскаю личное оружие капитана. Так, плазменная винтовка, вот она. Все, готово. Ее беру, чтобы быть как-то брутальным. Я просто гуляю, ребята. Просто гуляю, да и все. Ни хрена вас там плющит. Так, броня ТЭС, в этом неинтересно, стимулятор беру. Хочешь что-нибудь сказать? Да не-не-не, пойдем, пошли. А я за тобой. Так, импульсивная мира, микроядерная батарея. Ничего интересного. Мужики, здорово! На, нафиг. Красиво. А, вон они куда бегут. Так, микроядерные, патроны. Я как мародер. Ну, в принципе, а что делать-то? Они все без меня делают. Так, микроядерные, стейки. Ой, мужики, здорово. Есть. Ты дурак, что ли? Так, это забрал. Ё-моё. Так, это забрал, это забрал. Опачки, робота сломали. Вы что, серьезно? Вот и железяки нашей конец. Нужно выяснить, что за чертовщина произошла. Некогда болтать. Беги на базу и помоги ребятам найти их передатчик. Давай, солдат, бегом! Так, выполнено. Содействовать в бою паладину Тристана в его группе. Получить данные со спутника. Это... Так. Эй, погоди, ты же сказал, что тебе не нужна моя помощь. Так, что мне нужно искать? Не знаю я. Не знаю. Терминалы, данные, что угодно. Лишь бы понять, что тут случилось и почему. Эх, вы, дурачки. Да, робот брутально умер. Ничего не сказать. Так, ну мне получается туда бежать. Погнали. Вот террас. Ой, мужики, здорово, вы что творите?
Я не ожидал, что такая жопа случится сразу же. Так, возврат. Есть. Ой, дурачок, ты чё? Есть. 1-0 пользу братства, серьезно. Так, смотри, броня Тесла не интересует. Плазменная мина тоже, батареи давай. А этот где дурак? Вот он. Чё у вас этих гиены-то нет? Брони. Так, а чё тут еще есть? Да ничего больше. Ну погнали. Так, это кто такая? Эй, дурачки. О, вот он с гиеной. Все, готов. Так, это не ты. А куда ты под пули-то лезешь, дурак? Так, смотри, броня анклава гиена, шлем гиены. Все, это забрал. Вино, микроядерная батарея, хорошо. Чинимся. Мужики, погодите. Так, броня гиеновскую взял. Шлем взял. Все, починил, смотри, красавец. Что тут еще есть? Пусто, 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 пусто. Опа. Эх ты. Ладно, стимулятор возьму. Веса до херища. Так, мужики, отойдите. Ты кто? Какой-то безусый юнец. Так, сохранится обязательно. То я знаю, зависнет опять. В самом интересном месте. Ой, мужики, здорово. Ждут уже, встречают. Есть. Так, давай другого. Во. Есть. Красава! Ой-ой-ой, мужик! Сожри магмы! Или как там называется? За кого президента? А, это эти. Так, кто где? Даже обыскать не дают. Ай, мужики, здорово! Да не ты, блин, да не ты. Вот этот дурак. А, принять. Хрена себе, у нас с пулемета херачит. Собаку не трожь. Ай-яй-яй-яй-яй. Собаку не трогай. Вылетел. Да, именно так, забрал. Так, броня Тесла. Плазменный пистолет, кстати, возьму. Мне надо починить свой. А то знаю я их. Так, оружие. Плазменный пистолет. Да, смотри, сильно покоцал. Так, гиену. Я вроде починил свою, так что нормально у меня все. А вот винтовку возьму. Винтовка по любасу поломалась. Да. Так, погнали. Тех уже обыскивать. Тихо. Противник. Мужики, здорово. Смотри, какие брутальные. Он, кстати, жесткий, броня у него выдерживает. Вылетел. О-о-о. Офигеть. Вот это его раскарамсало. Братство стали. Да вы, блин, бешеные, я хочу вам сказать. Просто расчленяете людей. Тут еще неизвестно, кто из нас добряк. Так, все тут все сделали. Так, а куда бежим-то? Сюда, что ли? Так тут ничего нету. Вон же дверь. Погнали. Сюда. Сохраниться. Отходим на перегруппировку. Ой, здорово! Так, ученого анклава трогать не будем, да? Это ж как бы типа мирный чувак. Ученые нужны, я думаю. Если они убьют ученого, это как бы не я буду. Ага, убили.
Так, костюм ученого анклава. Наука плюс 5. Лазерный пистолет, ментаты, батареи. Ой, мужик. Да отойди тут, дурак. Я в этого, что ли, пострелял? Дураки, а. Согласен. Так, броня гиены. Скотч виски. Они такие бухарики вообще все. Так, тихо, чинимся. Все. Нифига, смотри, следы остались. Опа, враг. Да куда ты? Вот враг. Да кого ты? И у этого. Ай, не хватает. Фига у него моська черная стала. Да как в собаку-то ты попал, а? Извини, собака, я не хотел. Так, микроядерная батарея, стимулятор. Вообще просто хожу уже, так сказать, вообще ничего не трачу. Просто на расслабоне. Ни здоровья не пополняю, ничего. Давай хоть ради приличия маленькое здоровье себе. Так, стейк из бронима, так этого... Брамина, свежая вода, пускай маленько пополнится. Заодно и хоть килограммы маленько сброшу. Так. Все. Вот Галин Квазидер ни разу не использовал. Да и хрен с ним. Так, мужики, здорово. Перезарядочка. О, что у тебя рука красная. Так, что у нас тут? Позиции заняли, все, идем. Огнеметчик с нами. Ой, мужики, привет. Это прям в самую гущу полетел. Вылетел. Вылетел. Ну просто вообще терминатор просто. Вот и все. Что бы вы без меня делали? Так, стимулятор. Но и скатертью дар... Согласен. Дорога. То, что в жижу не превращается, вообще, конечно, печалька. Просто в жижу. Так, тут что интересного? Батареи. Я вот, если честно, этой миссии вообще не помню. Так, лаборатория какая-то, смотри. Ой. Сколько вас тут, ё-моё. Ай, чуть-чуть. Чуть-чуть его не добил. Собаку не трожь. Изично, изично. Слава богу, не меня. Вот ты вообще эгоист. Так, здесь еще микроядерная. Плазменная. А что, нашего убили, что ли? Он говорит, слава богу, не меня. Надо хоть дом свой в этой в мегатоне обделать, купить. Я ведь так он ни разу и не прикупил там вообще ничего. Он у меня какой-то у шлепки стоит полуголый. Так, смотри, терминал. Так, получить новые телеметрические данные. Изменить регламент. Прервать связь. Выходи, зараза! Согласен, выходи, зараза. Вступаю в бой. Опа, 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 туры. Так, еще где-то турей. Опа, опа. Даже не успевает пострелять.
Так, это, ребята, мы где? А это мы обратно пришли? А, нет. Так, а я что-то здесь не сделал, да? Ну да, с компьютером надо что-то делать. Блин, а что вы мне не сказали-то, ребята? Я удрал уже. Так. Загрузить данные на носитель. Данные загружены. Так, выполнено. Получить данные со спутниковой ретрансляционной станции. Доставить данные писцу Ротшильду. Прервать связь. Изменить регламент. Понятно. Добавлена заметка. Зашифрованные телематические данные. Ну все. Так, задание. Доставить данные писцу Ротшильду. Ну погнали. Эй, ты смотри-ка. Все забрал. Ну, Фокс, дай пройду. Несложная миссия. Так, а это куда мне идти-то? А, ну это обратно идти в цитадель, понято. Так, а как пойдем? А, ну пойдемте сразу тогда быстрым этим... быстрым переходом. Тихо, кто там? Кто тебя там пугает? Ой, да этот бесполезный рад Скорпион, серьезно. Куда ты там смотался? Вот и все. Да все, Фокс, уже не надо драться. Эй! Так, ну че, погнали. Так, погнали, цитадель. Контракты выполнены, 0 контракта выполнены, да вы че? Смотри, как следует по сторонам. Да, так, да, да, согласен. Ты куда, Фокс? Ха-ха, на дверь смотри, смотрит. Красавец. Пупсов найдено 4. Добро пожаловать. Привет. Так, а где у вас этот Ротшильд? Кажется, я поняла, что вы говорили. Когда я успокаиваюсь и концентрируюсь, то вижу только лишь. Вода теперь у всех, смотри, тут в достатке. Надо хоть сходить на этот очиститель, узнать, как он выглядит теперь. Хотя я боюсь там ходить, там постоянно у меня игра вылетает почему-то, не знаю. Все время там такая беда происходит. Так, Ротшильд, это ты? Я просто поверить не могу. Столько лет работы, и все ради чего? Одной халтурной операции? Я все еще жду доклада от Тристана, но... уже сомневаюсь, что он что-то изменит. Без Прайма. Так. Ну чё, ну потеряли робота, это ж война. Робот не люди. Так, могло быть и хуже, они могли напасть на цитадель, действительно. Но теперь ты пожелай не это сделать, их точно ничего не остановит. И без нашей главной линии обороны я не знаю, как мы сможем им помешать. Мне нужно что-то большее. Ну вы же братство стали, ё-моё, чё вы расклеились-то? Ну нет у вас больше теперь робота. Так, мне удалось найти зашифрованные данные на ретрансляционной станции. Так, я не знаю, что это вообще такое, какие-то данные. Может быть, вы с этим разберетесь? Может, вы лучше с этими данными разберетесь, вместо того, чтобы лить слезы по своему роботу? Ну это типа жесткий ответ. А, я не знаю, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое, да? Так, давай первый вариант. Мне удалось найти зашифрованные данные на ретрансляционной станции. Ах да. Посмотрим, смогу ли я их расшифровать. Возможно, это поможет нам понять, что же там случилось. Было бы неплохо извлечь из этого хоть какую-то пользу. Спасибо за эти данные. Думаю, старейшина Лайонс тоже захочет с тобой поговорить. Тебе, пожалуй, стоит с ним встретиться. С твоего позволения. Давай, проваливай. Так, а где этот мудак? Выполнено. Доложить старейшему Лайонсу. Давай. А где он? Сталкеры, если вы ищете место, где можно выпить и поговорить, место, где можно хорошо подзаработать, приходите в бар. Ну, тут, правда, не сто рентген, да, какой-то непонятный бар. Ладно. Все мы в преддверии скорого выхода второго сталкера.
Не знаю, ящик со свежей водой, нифига себе. Че я говорю-то? Я говорю про то, что все мы в ожидании выхода второго сталкера, но неизвестно, будет ли он действительно тем, чего все ждут, а ждет каждый чего-то своего. Лично я думаю, что, скорее всего, многих разочарует. Ну, потому что действительно столько лет прошло, сменилось целое поколение геймеров. Это было еще в те года, когда другие вообще люди играли в сталкер и мечтали, каким он будет вторым. И прочее, прочее. Уже изменилось все. Технологии, дети выросли. Сталкер второй только выходит. И логично предположить, что для многих он не будет тем самым, который ждали. Так, Тристан, здорово. Тебе что-нибудь нужно? Так, мне пора идти. Аккуратней. Брутальный Тристан, да? Вообще такой брутал прямо. Так, рыцарь Артемис. У нас все чисто. Да я с тобой поговорить хочу. Нельзя. Ты что, офигел, что ли? Такой дерзкий. Так, гав, собаку не трогайте мою. Да где этот воин-то сидит? Там где-то еще моя подружайка без сознания. О, это кто такой? А, это этот мелкий. Здравствуй. Так. А ты не слишком молод для всего для этого? Ну, видишь ли, я потомок великого Роджера Мэксона, основателя нашего ордена. Я последний в роду. Говорят, что моя душа была выкована из вечной стали, но я в это не верю. На самом деле, я просто обычный парень. Меня послали в цитадель давным-давно на воспитание старейшине Лайенсу. Но это было до того, как западные старейшины потеряли веру в старейшину. Не знаю, попаду ли когда-нибудь домой, но в целом мне тут, в общем, нравится. Страж Лайенс была очень добра ко мне. Она многому меня научила. Понятно. Они же не заставляют тебя в бой идти, правда? Нет. Но я мог бы. Я знаю, что готов. Я знаю, что будет страшно, но... Нечестно, что рыцари совершают вылазки, а я сижу внутри. Я, между прочим, тоже выходил один раз. Сара, Страж Лайенс, взяла меня с собой. Просто, чтобы показать. А еще я убил супермутанта. Честное слово. Я еще вроде как ранил Сару, но не сильно, просто глубокая царапина. Ой, короче, набедокурил ты с Сарой. Надеюсь, нам еще доведется поговорить. Страж Лайенс, конечно же. Понятно все, тоже нарушает правила, да, тут это ваша... Паладинша. Это кто такой? Писец. Я видел этот дед куда-то выходил, я просто... Куда ты пошел? А где Сара-то? Я полагаю, вы уже поговорили с Ротшильдом. Надеюсь, он сможет разобраться с найденной информацией. Ну, надеюсь. Наше главное оружие уничтожено. Мы рискуем потерять преимущество. Вся компания под угрозой. Стоит признать... Теперь я уже сомневаюсь, не была ли эта операция ошибкой. Так, что ж, отступать поздно, согласен, ну так уже все. Верно, именно это меня и беспокоит. Мы ударили по анклаву, а теперь они, кажется, наносят ответный удар. И бьют гораздо сильнее, чем мы ожидали. Если мы не сможем определить и нейтрализовать новую угрозу, на победу надеяться не стоит. Это уже стоило нам нашего лучшего оружия. Так. Как-то не по-командирски звучит. Протроллить старейшину. Так, ну давай, кстати, третий вариант. Мне его нравится. Как-то не по-командирски звучит. Сделай одолжение, не указывай мне, что мне положено делать. Я в полной мере осознаю свою ответственность. Чего сразу такой бибибет? А теперь, если мы закончили, отправляйся к паладину Тристану. У него для тебя новое задание. Так, опыта дали много. Задание завершено, смерть небесной. А что с Сарой-то? Где она лежит-то? Конечно. Так, плата за электричество. Ну, актуально сейчас. Так, плата за электричество, говорите, да? А вот она лежит. Страж Лайенс без сознания. Да вставай ты, хватит уже валяться. Нет, смотри, валяется. Здорово. Что тебе нужно? Так, запускай медицинский протокол. Приступаю к процедуре лечения. Лечение начать. Ошибка. Скальпель нанес вам урон. Так, ты почему меня ударил? Ты меня лечить должен, а не портить.
Произошел сбой в медицинской подсистеме. Пожалуйста, выполните диагностику второго уровня. Так, наука. Давай, проведи диагностику медицинских подсистем второго уровня. Команда принята. Начинаю диагностику систем второго уровня. Пожалуйста, подождите. Модный робот. Ну давай, подождем. Диагностика завершена. Выявлен сбой седьмого уровня в нейронной цепи 0x63a82. Дополнительная информация отсутствует. Так, смотри-ка, я же умный. Может, поэтому он не может вылечить Вайнса, Сару. Так, закрытие нейронной цепи и перепроверение остальных функций. То есть я могу тебя перепрограммировать на убийство людей? Так, а за что отвечает эта цепь? Нейронная цепь 0x63a82 отвечает за интерфейс управления моторикой, соединяющий основное медицинское программное обеспечение с манипуляторами устройства. Текущий уровень повреждений может привести к сбою моделей поведения и потенциально к выходу за рамки заданных программ. Ну понятно, убийцу его можно сделать. Давай тогда его лечить. Закрытие нейронной, так, давай. Нейронная цепь 0x63a82 перенаправлена через нейронную цепь 0x374e82. Пожалуйста, подождите. Все двигательные функции восстановлены. Диагностика показала отсутствие критических сбоев. Сволочь. О, ни хрена себе. Ну-ка, что это такое было? Больно же. Ты худший... Так, запускай. Приступаю к процедуре лечения. Лечение начинаю. Пожалуйста, не двигайтесь. Медицинские операции завершены. Дополнительные указания будут? Нет, хватит с меня. Принято! Отбой! Так, ну смотри, он меня вылечил, все нормально, да? Сару не вылечил, ясно. Так, медицинский запер очень сложно, понятно. Так, погнали. Так, теперь опять к Ротшильду, ну пошли. Че он там опять придумал? Так, это Тристан брутальный. Так, а где эти-то все? Добро пожаловать. Здравия желаю. Рыцарь, капитан, палач. Тебе что-нибудь нужно? Так, нифига какой брутальный. Мне пора. Долгой жизни, незнакомец. Кстати, книги. Я давно не собирал книг. Так, Ритристан. А где они? А, они внизу, наверное. Нет, вроде показывается здесь. Ну да. Мы рады приветствовать тебя здесь. А, Тристан. Ты молодец. Надеюсь, песцы смогут с толком использовать добытую тобой информацию. К сожалению, у нас нет времени ждать, пока они закончат. Весь мой опыт подсказывает, что это задание в самый раз для тебя. Так, пусть так, что тебе нужно? Из-за всех неудач, которые потерпело братство, мы не в лучшем положении. Все имеющиеся ресурсы пойдут на отражение неизбежной контратаки Анклава. В то же время мы верим, что сможем разработать устройства, которые повысят наши шансы на победу. Но все люди нужны для обороны от Анклава, и нам просто некого послать. Понятно, бла-бла-бла, давайте. Поэтому я хочу отправить тебя на силовые установки Олни, чтобы добыть там для нас кое-какую технику. Так, силовые установки Оуни, что это такое? Надеюсь, ты сможешь найти трансформатор Тесла. Это экспериментальный довоенный прибор. Он нужен нашим песцам, чтобы подготовить Анклаву небольшой сюрприз. Отправляйся туда, добудь трансформатор и возвращайся с ним как можно скорее. Вопросы есть? Так, старый... Выполнено. Старый Оуни — опасное место. Не хочешь внедать что-нибудь полезное для тела? Обратись к песцу Валенкорд. Она исследует кое-какие технологии Анклава, которые мы смогли добыть. Как я понимаю, у нее что-то получается.
Не пора. Буду ждать трансформатор, если сможешь его найти. Так, поговорить с какой-то песцом. Здравия желаю. И где она? О, ё-моё. Фига себе. А, ну стой, в убежище сходим. Слушай, а я так думал, уже конец игры, а тут еще вон сколько до хрена дел-то. Офигеть. Так, бежим. Здравия желаю. Здравия, здравия. Так, где у нас это писец? Не, ну к писцу надо заглянуть. Мало ли что-то интересное мне даст. Еще я так до сих пор и не знаю, кому эти жетоны свои сбагрить. Эть. Так, ты где? Ты? У меня все еще очень-очень много дел. Это важно или может подождать? Ты что такая наглая? Так, говорят, ты можешь помочь мне добраться до старого Олни. Ну, возможно. Я имею в виду, может быть. Наверное, но я не уверена. Не знаю, насколько это действительно может помочь. То есть, кто знает, насколько это эффективно. Еще не было полевых испытаний. Ты такая сумасшедшая. Но, кажется, я придумала, как заглушить сигналы, которыми Анклав контролирует когтей смерти. Вот, держи. Это единственный прототип, так что не потеряй. Так, устройство контроля над когтем смерти. Добавлено. Так, а что это такое? Ну, это стандартный передатчик. Пришлось только изменить частотную модуляцию и подкрутить выход. Наши лабораторные эксперименты указывают, что он сможет перебить сигнал, которым Анклав контролирует когтей смерти. Не беспокойся, он работает все время. Тебе ничего делать с ним не нужно. Только не потеряй его. Пока у нас нет никаких указаний на то, что такое электромагнитное излучение отрицательно влияет на людей. На животных может быть, но не на людей. Дальность у него не очень, но должно хватить. Так, понято. Нужно еще чего-то опасаться? Нет, не думаю. Пока ты находишься в пределах покрытия передатчика Анклава, когти будут слышать только твой сигнал. Если уйдешь слишком далеко, не знаю, что будет. Думаю, будет плохо. Для когтей, не для тебя. Так, как работает скрэмблер? Он глушит сигнал Анклава. Так что, когда дело касается когтей смерти, ты на коне. Запомни, он работает автоматически. Пока скрэмблер при тебе, он работает сам. Так, ну ясно. Ну ладно. Нам сообщили, что у Анклава есть лагерь к югу от Старого Олни, так что имеет смысл сходить туда и проверить. Надеюсь, скрэмблер оправдает ожидания. Мы столько над ним корпели, что было бы обидно получить нулевой результат или отрицательный. Это еще похуже. Не пора. Удачи и будь осторожнее, пожалуйста. Так, используют в своих интересах когтей смерти, контролируемых Анклавом. Ни хрена себе. Я вот этого что-то вообще не помню. Прям вот вообще. И так далеко топать. Ну ладно. Так, ты кто такой? Тебе что-нибудь... Я могу чем-то помочь? Так. Сможешь починить? Что ж, отлично. Но поторопись. А, да ты чинить не умеешь, все с тобой понятно. Готово. Пора. Во имя старейшины. Да-да-да. Так, а смотри. Где этот жетон-то, которому надо сбагрить? Это Ротшильд валяется. Это вот этот вот писец еще какой-то. Писец братства стали. Кому-то говорили, надо отдать эти мои эти жетончики. Но никого я что-то не встречал. Никто не принимает. Ну и ладно. Хрен бы с ними. Так, ну как нам добраться? Надо, наверное, через мой дом идти, через мегатонну. Сбагрить часть барахла. Ну и пойти дальше. Так, и в пяточка. Погнали. Так, мегатонна, давай. Поспим зато там. Что это? Да? Вы кто такие? Вот это компашка. Вы кто такие? Сами вы кто такие? Так, плюс у меня еще есть это квантовая ядеркова, тоже ее сбагрю. Приятно видеть вас живым и в добром здравии, сэр. Привет, привет. Так, смотри, снаряжение. Маска Гуля оставлю. Помощь. Так, где у меня там это была-то? Ядеркова. А квантовая где? Ага, вот. Блин, ее так мало, капец. Мне еще надо
18 штук, офигеть. Эпоксидная смола чужих, я вообще не знаю, что это такое. Да она и не весит ничего, на самом деле. Ну, ладно, пусть будет. Так, что бы сбагрить-то? Ядовитая железа, ясно. Даже не знаю, что отдать-то, блин. Давай сюда. Так, оружие. Давай отдадим, я не знаю, какой-нибудь... Так, лазерный пистолет полковника Уттема мне не нужен. Офигеть, сколько у меня всякого барахла. Осколочных гранат только 53, охренеть. А оружие это, которое было инопланетное, тоже что ли я куда-то дел? Ну да, его нету. Блин. Ладно. Выйти. Чё, поспим? Нет? Давай поспим. Так, давай спать. Все. 8 часов, здоровый сон. Так, пес. Ай. Все, погнали. Так, давай к деду сходим, потому что металлом пальбаса у меня есть. Я в прошлый раз его не смог отдать ему. Мне бы хотелось, чтобы в мире было... Да все, давай, давай. Конечно, спасибо. Не... Давай. Я думаю, что я пройти не могу, она меня тянет вниз. Еще мне грязную воду дала. Вот, вот барыга, а тут везде чистая вода уже поставляется. Она мне грязную воду сбагрила. Офигела, что ли? Так, девочка. Эй, Мэй. Привет. Мне приходилось о тебе слышать. Ты из хороших ребят. Так, ты знаешь какие-нибудь секреты? Ну, в полу нашего дома Билли устроил сейф. Он там всякие классные вещи держит. Мне не велено говорить. Но если хочешь посмотреть, комбинация 15, 16, 23, 42. Только ты все верни на место. Если возьмешь что-то поиграть, а то мне попадет. 15, 16, 23, 42? Да вроде ничего. Раньше я жила далеко отсюда, когда была маленькой. И еще до того, как Билли меня нашел. Так, мне пора. Пока, мистер. Слушайте, ребята, а ведь кто смотрел сериал Lost? Эти, остаться в живых-то. Должен знать эту комбинацию. 15, 16, 23, 42. Только в Лосте там было 4-8, 15, 16, 23, 42. Хёрли там еще это. 4-8, 15, 16, 23, 42, да? По-моему, эти цифры. Хёрли в сейф набирал. Билли, дом Билли. Интересно, это кто такой? Так, здорово. У тебя не найдется металлолома? Нифига себе, какой ты прокачанный. Да? В чем дело? Так, металлолом, давай. И даже очень, сынок. Что у тебя есть? Так, давай забирай весь. Отлично. Дай только отсчитаю твои крышки. Так, 6 металлолома. До свидания. Ладно, за работу. Так, Билли. Давай-ка я посмотрю, где эта карта местности. Дом Билли. Лукас Симпсон, магазин на кратере, туалеты, салон Мариати. А, вот дом Билли Крилла. Прикольно. А где этот Билли Крил? Это получается вот так вот прямо идти. Ну не вот так, конечно. Не, ну просто интересно стало, к Билли Крилю так можно зайти или нет. Девочка же мне не зря сказала. А там тут еще проказник, наверное. Да? Опа, Люси. О, привет. Как здорово тебя видеть. Мне пора. Ох, ладно. Что ж, если еще заглянешь в мегатонну, найди меня. Ты бы хотя бы мне какую-нибудь награду дала бы. Так, Билли Крил. Да, заперто. И да, я вижу, как ты на это поглядываешь. Ой, да ладно тебе, что ты взбухаешь-то? Тихо, я сейчас попытаюсь взломиться. Ну-ка, ну-ка.
Ну-ка, ну-ка, где тут в полу? Хрустящий мутафрукт, вермишель. Хорошо живет этот. Ага. Да фигня у него тут. Полная причем фигня. Не, зря только сюда зашел. Еще и карму потерял. Не, давай-ка по бырику. По бырику просто, ага, все. Так. Привет, привет. Так, а как тебе вниз-то спуститься? А, вон. Дом Люси Вест. Вот к Люси Вест можно спокойно заходить. Тебе что-нибудь нужно? Рекно... Оборону нашу проверяешь, короче. Это правда? Пока. Такие они дерзкие вообще. Фокс, ты куда пропал? Пес бежит, а Фокса нет. Ладно, догонят. Так, ты кто такой? Эй! Ищешь что-нибудь особенное? Так, не, не надо. Пока, приятель. Ты там поосторожней. О, нет, погоди, заколки мне надо купить. Ищешь доброго доктора. Так, давай-ка купить чуть-чуть. Ну, давай посмотрим, что найдется у доброго доктора в его волшебной сумке. А чё, у тебя нету этого заколок-то? Ну, блин. Док Хофф, а, ну как так-то, а? Заколки мне нужны. Схема ядерная граната, нифига себе. Эх, давай, пошел я отсюда. Увидимся как... Так, как бы до сюда хорошо дойти? Вот храм единения тут рядышком. Давайте, наверное, пойдем под придворный маяк чужих, оазис, станция сети Катком. Так, а это что такое? А, станция сети Катком еще, да. Так, вот смотри, минное поле, свалка. Это арсенал Уитона. Логово Немирмики. Давай-ка я, смотри, от общины Кентербери пойду. Тем более, мне там должны были быть рады. Ну, нифига тут ребят, скука. Есть что ну купить? Ну вот, из-за тебя здесь сплошная скука. Я слежу за тобой. Ха, пацан-то недоволен. Мне спокойнее знать, что ты где-то рядом. Да ладно, ты штуку сказал, что скука. До встречи. Так, торговать можно? Впервые в городе, да? Меня зовут Доминик Дель Садро. Добро пожаловать в общину Кентербери, не обращая внимания на ряженых идиотов. Да все уже. В основном здесь все торгуют, слушают болтовню Роу и закапывают воров в безымянные могилы. Правда, варьё у нас давно перевелось. Я сам приложил к этому руку. Так что это искусство давно отмерло. Разве что ты собираешься что-нибудь стянуть. Да погоди, так. Не волнуйся, я не стану ничего тут красть. Отличная идея. Так и торговцы довольны. И мы с Мачете можем сэкономить на патронах. Так, мне пора. Пока. Кушаешь хорошо? Так, надеюсь. Мачете. Эй, привет. В чем дело? Так, дай-ка я поторгую. Только самое лучшее, с любовью добытое на пустоши, со всеми вытекающими. Нигде заколок нету. Пора. Так, мне пора. До скорого. А у тебя? Что? Восприятие? Тебя как в Лэмплайте прозвали? Точно. Я была самым лучшим защитником в Лэмплайте. Я заработала свое прозвище, когда отбилась от кротокрысы ножом размером с мою руку. Когда я ушла, то решила, что ну его, этот большой город. Пришла в конце концов сюда, дом нанял меня охранником. Такие дела. А что у тебя в городе есть? У меня много дел, спроси кого-нибудь еще. Ну ладно. Пока. Кстати, куда интересно это
королева ушла этих муравьев. Она же, наверное, куда-то ушла. Чем старый дядюшка Роу может тебе помочь? И по любасу ее где-то можно найти. Так, дай-ка я тобой поторгую. Один из торговых. Ну-ка. Кроме... Да блин, ну что такое-то? Поторговать-то с тобой нельзя. Ладно, до скорого. Пока. Бесполезно, короче. Хрен поторгуешь с вами, ребята. Вроде город, а ни хрена нет. Так, храм единения. Погнали в храм единения. Узнаем, что это и с чем его едят. Может, успею сейчас побыльку туда сгонять. Храм единения, это, по-моему, от рабов они спасаются. Ой, точнее. Удивительно, что люди доверяют тебе настолько, что не нападают на меня. Ну так ты фокс, потому что мудрый чувак. Умный, в отличие от некоторых людей. Не, фокс вообще прикольный напарник. Я не знаю, какие тут еще есть прикольные напарники. Фокс, мне кажется, самый прикольный. Самый крутой. И радиации не боится. И хрен его убьют, у него он пушка какая. Огроменная. Так, храм единения вон там. Пойдем. Это вот эта вот что ли хрень, которая стоит? Я надеюсь, там все мирно. Опачки. Приземлились, ребята, смотри-ка. Ой-ой-ой. Нифига себе, какие они. Спецназ вылез. Вот и все. Эдема нету, отдыхайте. Так, смотри-ка, вот это возьму. Все забрал. Так, что возьмем? Взрывчатка, холодное оружие. Давай возьму легкое оружие. Далее. Так, а здесь что возьмем? Так, король вечеринок. Ух ты, никаких побочных эффектов, нифига себе. Милитарист. Так, идеальный баланс, дороговат, щеночки. Так, глубокий сон. Исследователь. Хакер. Ну, это я почти не пользуюсь. Вот домушник давай возьмем, потому что у меня этих заколок мало. Обладая способностью домушника, вы сможете попробовать повторно скрыть любой замок, даже сломанный при попытке взлома. А, хотя не знаю. Так, химии. Давай критический урон, я не знаю. Законник. Взяв способ законник, вы получите возможность отрезать палец у каждого убитого вами злого персонажа. Пальцы можно продавать. Давай вот это возьмем. Фью. Добавлен макет карты. Так, шлем Тесла, микроядерная батарея, кексы болотника, фью. Добавлена заметка регуляторы. Штаб-квартира регулятора. Смотри-ка, это куда пальцы можно продавать. Понято. Так, а я хотел костюмы. Починил. Починил. И оружие. Починил. Все. Не добежал до храма единения чуть-чуть. Ну и до штаб-квартиры там маленько добежать. Но у меня пальцев, наверное, сейчас нет. То есть, если злых буду убивать... Пальцы собирать. И можно деньги зарабатывать. Думаю. Ну, мы же отыгрываем роль доброго персонажа. Поэтому как-то так. Ой, съехал. Если меня сейчас громче стало слышать, так это потому, что я маленько подвинулся. Да, смотри-ка, храм единения полноценный. Там какая-то гирлянда у них висит. Сейчас посмотрим, что это такое. Да, смотри, что там народу столько набито. Ребята, здорово. Чего ты хочешь, незнакомец? Ух ты, какая ты, Симона Кэмерон.
Так. Я просто ищу место, где можно отдохнуть, а может и поторговать немного. Ганнибал говорит, надо впускать таких, как ты. Но это мне не шибко нравится. Держи руки на виду и не делай резких движений. Я сейчас спущусь и открою ворота. Ганнибал, нифига себе. Ну, Ганнибал, да. Ну да, компашка, конечно. Я бы не открывал, ребята, на вашем месте. Ганнибал где-то наверху. Я запру за тобой дверь. Так что не вздумай тут. Я буду приглядывать за тобой. Понято. Это у нас и есть. Могу попробовать поджарить, а не варить, если хотите. Калик, ты упражнялся в чтении? Когда у меня будет время? Разок-другой в неделю. Я постараюсь исправиться. Привет, мэм. Как ваши исследования сегодня? Я читала про Авраама Линкольна. Он был великим человеком и величайшим. Мне да, тут... Мне сказать, пока Ганнибал не подтвердил, что ты в порядке. Тусня, смотри, у них такая тут. Иди поговори с Ганнибалом, незнакомец. Калеб Смит, нифига себе. Добрый день, сэр. А, посетитель. Добро пожаловать в храм Единения. Я не буду спрашивать, кто ты. Пока что мне все равно. Все мы беглые рабы. Я возьму с тебя торжественную клятву, что ты не выдашь нас Парадис Фоллс и работорговцам. Пока я не получу ее, ты отсюда не уйдешь. Итак, даешь слово? Так, если бы знать заранее, ноги бы моей тут не было. Так, отпусти меня, или богом клянусь. Так, защищать беглых рабов, да ты шутишь. Так, ну я торжественно клянусь защищать храм Единения, ладно. Добро пожаловать, брат, в храм Единения. Наш дом, твой дом. Твое прошлое, твое личное дело, пока ты служишь нашему общему делу. В знак нашего доверия, вот ключ от ворот. Так, вы какие-то слишком добрые ребята. Так. Что это за каменная голова? Это Авраам Линкольн, великий освободитель. Мы не знаем, как она здесь оказалась, но она подходит, как по-твоему? Так, добилась побывать в рабстве? Я был рабом 23 года, с тех пор, как мне исполнилось 14. 6 лет назад мне удалось сбежать от хозяина. С тех пор он охотится за мной. Когда я нашел здесь голову Линкольна, я понял, что это знак. Я должен помогать остальным рабам освободиться. Я основал храм Единения. Убежище для беглых рабов отовсюду. Так, спасибо, Ганнибал, мне, пожалуй, пора. А нет, что тут что делает банда беглых рабов? Мы пытаемся создать безопасное убежище для всех беглых. Мы даем пищу и припасы всем, кто к нам приходит, и помогаем им в пути. Так. Так, это благородное дело, но можно задать еще один вопрос. Что? Так, спасибо. Да хранит тебя дух великого Линкольна. Ну ладно. Ну да, смотри-ка, какая черышка грустная довольно-таки. Билл, у меня для тебя есть шитьё. Загляни в мою комнату. Что ж, ребята, давайте на этом я здесь, в храме Единения, ночью, фонарики, подгонёчки, и закончу. Где-нибудь тут встать, чтобы они поменьше болтали. Так, где тут присесть-то? Добрый день, сэр. Вот так вот. Смотри, куда идешь. Такая злая вообще. Нет, они тут будут со мной разговаривать и не дадут мне закончить. Давай, я в окно буду смотреть. Все. Все, ребята, подписывайтесь, ставьте лайк, буду очень благодарен и рад. А с вами был Чердак Норбу, и увидимся в следующих сериях. Пока-пока, сохраняюсь, пока.